OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Столтенберг сидить, как бомжатина. А потому что мы были наивны. Ой, он с нами в хоккей играет. Ой, он выучил две строчки из Пушкина. О, Господи. Где оно? Где оно? Где они? Где они? На это ответ будет? Друзья, всем привет. Ну что, как видите, соловьиный помет встал не с той ноги что-то. И у него истерика. Где? Где российские беспилотники? Сейчас расскажу все подробнее. Мы сейчас поговорим о том, как ведет войну Россия и как ведет Украина. И в чем разница, и почему это так важно. А вы, друзья, подписывайтесь на канал. Вот прямо сейчас проверьте, подписаны ли вы. Это ваш вклад в то, чтобы как можно больше людей узнало правду. Поехали. Итак, соловьиный помет решил с утра в утреннем эфире пересмотреть интервью с заместителем председателя правительства России по ВПК Борисовым. И он его, значит, заслушал все и начал говорить. А где же беспилотники? В общем, послушайте. Мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно, мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств, разведывательных, ударных. И где они? Вот у меня простой вопрос, где они? Ну хорошо, мы поняли, что мы опоздали, но прошло уже 4 месяца. Мне даже не важно, почему опоздали, кто. Я просто хочу понять, вот сколько мы с друзьями будем собирать деньги и искать по всему миру все эти мелкие летающие прибамбасины, чтобы их отправлять туда. Наши ученые разработали оружие, превосходящее натовское. Поэтому вопрос к нашему производству. Не опытных образцов, а серийных необходимо в таком количестве, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Ну вот такая истерика от соловьиного помета. Где же они? Мы же создали оружие, которому нет равных. Да, мы этого всего уже бредятины, про аналогов нет, наслушались. Теперь мы знаем, что имелось в виду аналогов нет. Вот это оружие вы нас создавали, это мы знаем. И ваши беспилотники из говна и палок мы тоже знаем. Мало того, что вставляют туда пластиковые бутылки, чтобы они как-то там, значит, летали. А во-вторых, посмотрите видео очень смешное вот этого суперсовременного якобы российского производства беспилотников. Посмотрите, это истерика. Если вкратце, из таких листов и сотканы эти крылатые охотники. Хотите посмотреть, как собираются охотники? Вот тут вот прижали, здесь вот примяли, вот тут вот разгладили. Линию на всякий случай фломастером начертили, потом ножницами отрезали и готово. Можно объявлять ультиматум Байдену. У беспилотника отвалилось переднее колесо. Прямо на заводе, он еще даже ни разу не взлетел. Люди так увлечены показухой, что этого даже не замечают. Ну вот так, что-то сидят там, подмазывают, подкрашивают. Что-то подпилили, подлепили, слепили из говна и палок и сказали, вот он, значит, беспилотник. Но даже эти беспилотники они своим солдатам не дают. А почему? Кстати, об этом говорит тот же самый Стрелков Гиркин. Послушайте, что он рассказывает про форсирование Северского Донца. Вот у нас есть операция по попытке форсирования Северского Донца. Даже у меня хватило бы ума, я так думаю, перед тем, как начинать форсирование, повесить над всем районом как раз имеющиеся беспилотники, все-таки какое-то количество у нас есть, хотя бы израильских, да, вот которые у нас ведомство сначала Сердюкова, потом да. Шойгу активно закупало в конце нулевых, да, то есть в начале десятых годов. Повесить, собрать, осветить весь район, чтобы как только там что-то заговорило, чтобы застреляло, чтобы сразу наносить огневое поражение. Но даже этого же не сделали. Так я отвечу, почему они не потому что они тупые, там и тупые тоже есть, да просто им наплевать на российских солдат. Им что такое, беспилотник собьют, это головняк, это дорогая вещь. А что, солдат их мамка еще нарожает, это не проблема, они прямо это совершенно говорят. Поэтому и никто не борется за жизнь солдат своих, им намного важнее сохранить беспилотник. Для нас в Украине все абсолютно ровно наоборот. Нам 10 беспилотников потеряем, хотя это и дорогая штука, но нам нужно сохранить жизнь каждого человека.
і так ми і должны воювати, так ми і должны действовать. Є такі навіжанні, які не живуть самі Російській Федерації. От вони особливо, як на мене, агресивні. Це Москолота, яка виїхала до Європейського Союзу, користується всіма перевагами, але завжди рада потрясти своєю шматою триколорною десь, чи якимось георгіївською стрічкою, чи зеткою, десь, наприклад, у Берліні. От останній випадок, який трапився в Німеччині, такий навіжений москаль накинувся на одну з українських блогерок через те, що її син сказав «Слава Україні». Це такий доволі гучний випадок був. Як ви вважаєте, чи достатньо швидко і достатньо, в принципі, реагують, наприклад, правоохоронні органи інших країн? Я не знаю, ну тут в цьому випадку, мабуть, ніяка співпраця не може вестися між українським МВС, там, наприклад, МВС Німеччини. Чи може? Ні, ну в даному випадку тут немає якоїсь предмету для співпраці. Мене більше хвилює. Тобто, поліція в цих країнах старається працювати достатньо жорстко з приводу будь-яких політичних речей, які можуть призводити до конфліктів всередині їхніх країн. Мене більше хвилює те, що в цілому ряді країн, зокрема це Австрія, зокрема це Німеччина, можна побачити на вулицях умовні сітілайти, де стоїть українка і росіянка разом. Можна побачити якусь подібну рекламу. І оцей наратив росіяни, на жаль, пробують і продовжують проводити. Точно так же, як, на жаль, в принципі, у нас є достатньо складна ситуація із, говорю свою точку зору особисто, із неоднозначною позицією Папи Римського, який буквально вчора заявив про те, що війна має багато відтінків, і вона не чорно-біла, і так далі, і так далі. Тобто це речі, які насправді є тривожними для нас. Не знаю, як це коментувати, когось явно поплавило. І наостанок, новина надійшла, хочу, щоб ви протрактували цю новину від МВС, про обмін посвідчень водійських українських на єврозразок. Тому що це надзвичайно важливо, особливо для тих, хто зараз українських біженців, які перебувають в країнах Європейського Союзу. Обміняти ці посвідчення можна тільки в Україні, чи домовляємося якось зараз з європейськими партнерами, аби ті, хто зараз там перебуває, теж могли зробити цей обмін? Чи як? Що скажете? Ні, ну, в європейських країнах кожна країна подає посвідчення свого зразка, тобто вона не може обміняти на українське посвідчення. Але якщо у людини є посвідчення старого зразка, справді в Україні це можна обміняти достатньо просто і достатньо швидко. Тобто всі подробиці зараз на сайті МВС можна побачити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.